истинного воскрес. Во истинного воскрес. Сегодня под каждым дыханием все дни пробудем басна. И не захотелось стихами воскликнуть, какая весна, какое особое утро, все ради чудыш так лет. Христос и создавший премудрый, сегодня из мертвых воскрес. Радуйте твои вещи, спешу посетить все слева. Стихами звонками петь, позвонкой с собой сейчас. Не на то. Все, стерла. Скажи последнюю строчку еще. И звонко. Стихами звонко и петь. Вот славу Христа в этот час. И звонкую песню про славу Христа в этот час. Детский хор поет, сады стучит вместе, все воскрес Господь, отмечаем мы все. Праздник Пасхи у нас, праздник вечный язык, кто дарил нам этот день спаситель. Иисус воскрес, то мне сомнений, и
сказала: «Христос воскрес, Христос воскрес!» Воистину воскрес! Грамма была в ней. Там много вспомнит. Молодец. Валя, что же мы просители от мук кричали, а если мы слышали ты? Я снова смотрю лучезарный даль, куда устремляю мечты. Куда улетает молитва зачали, что слышно в свете муки? Господь, ты помни за меня наказание, распятым ты был окрестит. Прими благодать за небо обид, за ран святые твои. Спасибо тебе, мой великий учитель, ты вечный рассрочек любви. Знаю точно, он воскрес, а знаю я, не понаслышке, прочла в одной чудесной книжке, в которой много есть чудес, но это чудо вам скажу, под силу Богу одному, и только Бог Иисус Христос страдал за нас и смерть по нем, но показав любви и учения, Христос воскрес и воскресением. Вот это чудо из чудес. Я знаю точно, он воскрес. Иисус Христос воскрес, аллилуйя, аминь. Ангел возвестил с небес, аллилуйя, аминь. Радость наша велика, Мать Божья и земля, Слава Господу за Христа, аллилуйя, аминь. Будем воспевать Христа, аллилуйя, аминь. Слави ты побеждена, аллилуйя, аминь. Умирал, чтоб нас спасти, небо Богу привести, всех нас Богу привести, аллилуйя, аминь. Говорят, радость написала, аллилуйя, аминь. Победителя Христа, аллилуйя, аминь. Ты Иисусу посвяти, ты навеки будешь с ним, ты навеки будешь с ним, аллилуйя, аминь. Ты Иисусу посвяти, ты навеки будешь с ним, ты твоей ты будешь им. Аллилуйя, 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 аминь. 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 Ателина и Полина. Дуэт. О, супер. А мы ждем. Арабески. Поля уже кончила. Акинин начнет. Ну давай сейчас. Ну пусть мама споет тогда. Если не будет она петь, пусть мама поет. Про гуся про этого, кто он там? Лебедь, вот, лебедь. Она стих сначала сразу расскажет, давай. Ателина, Ателина. Вот на Пасхальное, это чудесно. Вот на Победное, вот на Воскресное. Ныне Спаситель поставил нас из гроба. Ой, все песни снова и снова. И скажи ее всем ты сегодня, как велика эта милость Господня. Аллилуйя. Да.
Сделать немножко, да? Чего Квилины голос пропал. Они хорошо пели, на репетиции пели, точно говорю, поверьте нам. У них плечи там вообще не пели, да. Да, надо на днюх потратить концерт. Днем. Понедельник, батюшка приедет. Далеки такие года, на земле все было как всегда. Но вдруг в этот день пришла и я, знаю, что там лишь Господь меня. Он творит мой для него живу, эту песню для него пою. Для тебя сердечко бьется во мне, для тебя живу я на земле. Как ты собой и улыбки след, подарю тебе я с малых лет. Мой Иисус, все только для тебя. Ночью засыпаю я, ты в своей руке хранишь меня. Когда днем играю, радую, с Богом ничего я не боюсь. Ты мой самый-самый лучший друг, вижу я тебя во всем вокруг. Совсем еще немало лет, на земле меня счастливее. Для тебя сердечко бьется во мне, для тебя живу я на земле. Как и собой улыбки свет, подарю тебе я с малых лет. Тогда нету Господа Христа. Тут Господь ко мне явился, предо мной с небес спустился. И я слышу глас небес, радуйся, ведь он воскрес. Надо мной Христос склонился, ласково сказал, среди моей семьи за тебя я пострадал. Молодец. Он воскрес, ему слава во веки. Ложным слухом ни грамма не верь. Он воскрес для того, чтобы люди всем открыть искупление дверь. Он воскрес, жизнь и смерть попирает. Засчитались и адели три. Он воскрес, чтобы вы всех погибших из вас в этом мире. Он воскрес. Воскрес от души избавления, и пустит ветер ярче от Христа. Он воскрес для того, чтобы люди сохранили себя от греха. Он воскрес. Он воскрес, даровав на спасение. Зажигали,
искупления о грехе. Он воскрес для того, чтобы навеки вырвать жало греха у змеи. Аминь. Аминь. Молодца. Что нам сказать? Сажать. О, сейчас у нас о, пианино, пианино. Вот это. Пипково. Вайлин. Где-то магнитофон спрятанный, наверное, тут. Тихо. Утро светит солнце, и Христос воскрес. Поздравляйте, дети, Господа небес. Нет Христа в равнице, сорвана печать. Шепетали птицы, как же нам молчать? Победитель смерти радость нам принес. Славьте вы здесь, славьте Бога, дети, жизнь Иисус Христос. Точно. Есть и будет. Благодарю Господь Богой за солнечное небо, за дождик с утренней росой, за воду с теплым хлебом, за дом, в котором я живу, за милость и охрану, за то, что петь тебе могу, воздавать осану. За руки, им я другим могу помочь в беде. За то, что сердце обновил, не оставлял нигде. Ты подарил свободу мне и грех мой искупил. За слава вечная тебе, Творцу и Богу сил. Голос вырабатывает. Кто наш Господь? Он Бог великий. Он создал царство видимое, красота полей, простор широкий, лазурь небес и всех омыл. И нет конца его пределам, куда не глянешь, все его. И потому прославим смело Творца творения всего. Он так в любви своей безмежной все человечество любя, дал пригвоздить себя на древо, чтоб вечно жил и ты, и я. И разве можно ли сердечно предать Спасителя любовь? Он дал нам право жить невечно, за нас велась святая кровь. И голос Божий благодати еще звучит и в наши дни. Остановись, друг, у распятия, и до спасения прими. Было в первый день недели, когда под куполом небес, по всем широтам, параллелям, вдруг прозвучало, он воскрес. Хотя не верят в это люди, и говорят, что нет чудес, мы верили и верить будем. Христос поистину воскрес. Доколе наше воскрес. Воскрес, повсюду весь несется. Христос путь небо проложил. Доколе наше сердце бьется, мы будем петь. Он жив,
он жив. Удержалась я не раз. Бог заботится о нас. Греет, кормит, одевает, нам здоровье посылает, любит нас, благословляет, много милости являет. Всем благодарны за все это. Мама, ты мне посоветуй. Может быть, твою игрушку мне отдать? Или будет лучше розу, лилию, водицу подарить Христу Владыке? Мандарин, банан, конфеты. Очень я люблю все это. Богу я хотела дать, но смогу за всем воздать. И ответила мне мама. Всей вселенной будет мало, чтобы чем-то заплатить за одну возможность жить, за любовь и за спасение. Где возьмешь вознаграждение? Ведь луга, леса и горы, и морских глубин просторы, все цветы, поля и реки подарил Бог человеку. Фрукты, овощи, зверей дал для блага Он людей. Птиц небесных щебетанье, солнце, яркое сиянье. Богу все принадлежит, и Он всем руководит. Но, малыш, не огорчайся, есть подарок величайший, и Он дорог для Христа. Это сердце чистота. Полюби Христа всецело, всей душой твоей и делом. Мысли, разум направляй в чудный, вечный Божий край и подарки приноси. Песни славы и хвалы. Не забудь благодарить и любить, любить, любить. Аллилуйя. Вы слышали, как утром пели птицы? Я столько света никогда не видела. Какие светлые людские лица я видела светолучики с небес, озарили нашу землю, потому что мир не без чудес. Христос воскрес, Христос воскрес. Праздников праздник, Пасха Господня, люди на стеночной были сегодня, он колокольный, слышен везде, праздник счастливый на нашей земле, праздников праздник, веру несла, Богу на небо молитву направ. Ангельский хор воспевает с небес. Христос воскрес! Христос воскрес! По всей земле струится Божья благодать. Остановись, услышишь песню добрую. И мы хотим вас всех-всех-всех, друзья, обнять. И пожелать добрее стать, светолучики с небес. Озарили нашу землю, потому что мир не без чудес. Христос воскрес, Христос воскрес. Праздников праздник, Пасха Господня. Люди на всеночной были сегодня, он колокольный слышен везде. Праздник счастливый на нашей земле, праздников праздник, веру несла. Богу на небо молитву направ, ангельский хор воспевает с небес. Христос воскрес! Христос воскрес!
Воистину Христос воскрес. И если будет... Самое это главное. Все постарались, они спали почти. Они-то не спали, а мы-то уже. Надо вам благодарить не только деток, но и мамок тоже. Да. За умиление такое, которое вы предоставили нам. Спасибо, да. Христос. Спаси Христос. Папа, я вот сейчас. Папа делает маме подарок. Папа, мы же не отдельно. Но это для кого же такое? Просплю. Это домашнее задание, да? Нам может что-нибудь подарить. Да. Ты прими душа мой, тебе на каждый поклон. Надежду нам не даешь ты, тепло. Хранишь на пути в небеса. Дуэт педиатр.
Сестры Лисицианы.